Как будто бункере, бля. Мне кажется, он сейчас развалится. Все, пиздец. Отсюда мы не выйдем. Тормозов передних нет. Ху-ху. В каком-то бункере. Да мы не проедем. Мы сейчас тупо закопаемся. Да. Распакитесь, раскопить его. Раскопается сейчас, блядь, аккуратно не пролейте, все. Ну давай попробую. Придумывали, блядь, испытания. Почему я-то еду? А мы тебя подтолкнем, блядь. Погоди, у меня просто переднего тормоза нет. Мы себе придумали. Нашли заброшенный лагерь, спустились в подвал, а теперь пробуем заехать. Вон там снег лежит. И Жек сейчас будет пробовать. Давай! Юр, к нам! Давай! Итак, следующий Андрюха на очереди.
там лед. Сейчас тропы еще нету, да? Что за мужик? Да, погоди. Это ладно, трейсер, да. Ёпта. Мужчина, блядь. Заедет или не заедет? Чихай, блядь. Пуск в арма. Нормальный. Вторая попытка. Ещё давай. Молодец, ну, почти, какой! Почти, ёпта мать, блядь, сёстру, блядь! Сестра, не забывай! Сёстру, блядь, не забывай, нахуй, блядь! Это вечер, блядь! Вечный голос, блядь! Ну, чё, блядь! Все понимают, ты не понимаешь, блядь! Ты не понимаешь, что ли, блядь! Ты пробежал, ты же знал, блядь! Серёг, спроси, чё он говорит! Я смеки, блядь! Ты не понимаешь, что ли, блядь! Серега, давай! Сестры не задевай! Сестры! А что? Мы сыграем! Да! Масса! Ты понимаешь, что ли? Вот этот видос жизни зовут. Ми-ми-ми-ми! Все, блядь, живет. Мартянку намотал, блядь. Без носков эти чикл. Красава, Маталент! 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 Разбился! Маталент! 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 Мотоботы купи, это какой-то. Заброшенный лагерь приехали. ДК заезжать. Что-то это очень рыхлая конструкция. Мне кажется, он сейчас развалится. Давай концерт нужен. Давай, езжай, езжай. Чуть не меня. Давай. Ну все, парни, давайте. А как съезжать будет? Ну съехать-то съедем. Давай, ну можно заехать еще. Не-не-не-не, тут гвоздь. Ну один раз хватит. Лучше, лучше я внизу. Че, где спрыжка, ты говорил? Спрыжка, да, давай. Вот здесь сестру. Блин, туда спрыгивай. Вон туда надо. О! Все, пиздец. Отсюда мы не выйдем. Оп. Что ты нахуй? А вы только показали. Весь мостик сломал, блядь. Давайте, мужики. Ну что, соорудили мостик. Туда рядышком, если ебанешь. Да-да-да. И нормально. Отец, прими. Отец. Родион! Давай! Еще, еще на себя. Еще даже можно. Как-то так. С разгона. На этой не газуй, там газуй, здесь не газуй. Давай, поймаем. Меня поймали, я провалил.
О, блядь, что лучше, чем был? Кто звал? Тут есть место. Я знаю. Там соорудили уже. Езжай туда. Либо здесь заезжай давай. Ну мы тебя поймаем. Переднее колесо ловить будем. Давай. Снимаешь? Да. Мы тебя поймаем. Ну ли объезжай туда. Дай подумать. Давай, блядь, какашка, прыгай. Давай, прыгай, какашка. Олег, Олег сказал. Она не может здесь ехать. Давай. Переднего тормоза тяжело. Тут дырка. Чего там орете, пугаете? У-ху! Стремно было, однако. Но мы заехали. Все четко, а? Бесконечно было. Мы в заброшке находимся. Вот такая лестница, без защиты, без всего. Довольно-таки стремно было заезжать. Особенно потому, что у меня не было переднего тормоза. Тихо-тихо, Васька, аккуратнее. Блядь! Куда оно? Ну и вот во второй этаж, как все выглядит. Разрушенный ДК. Вот внизу. И вон парни тусят. Витя! Так, пробую тебя, Дима. Так, давай, аккуратненько, аккуратненько. Там еще, напоминаю, вот такая дырка. У тебя дырка под ногой прям. Аккуратно. Блять, они сдвигаются еще эти. Они сдвигаются, плиты. Серьезно? Да. Давай, езжай. Нормально, хорош. Стрёмно, да? Вообще очень давай. Стрёмно. Второй раз, наверное, не так. Давай. Итак, мы на заброшке. Нашли заброшку, какая-то ДК старая. И вот здесь катаем. А, гляньте, что тут. Очень много стёкол. Черновато, конечно, пробить. Можешь скинуть проще его. Диму? Вот так, туда прямо. Я поэтому хотел Родиона позвать. Тормоза нет переднего, а чё, как съезжать? А вы чё, убрали? Ты угораешь? Блядь, они предлагают, чтобы мы прыгали. Ой, блядь. А как я обосрал, когда дерево вот так перед собой увидел. Я обосрал штаны и сестру, блядь. Надо больше там делать прыгать. Ну что ж, вот видео подошло к концу. Спасибо вам большое за просмотр. Это был такой небольшой кусочек с нашего прохвата. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Я хотел подержать, но ладно. Я, пацаны в лес затащили, говном накормили. Не то, что по вкусу.
вкусу, да по сути вкусно. А все.